по итогам всенародного референдума 16 марта Крым официально законно воссоединился с Россией. Уже 18 марта 2014 года подписан исторический договор о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Сегодня мы с уверенностью можем сказать: Россия и Крым едины навсегда! Давайте поддержим, дорогие друзья! Моя страна, моя семья, а стены родных и до небес. Ты больше жизни для меня, спасибо Богу, что ты есть. Моя страна, моя семья, на свете нет дороже мест. Во мне живет любовь твоя, спасибо Богу, что ты есть. Я пройду босиком по траве, надышусь теплым ветром от слез. Если жить в какой стране, вы увидите столько звезд. Где увидите вы на земле с высоты столько вечных огней? Но и день улыбается мне, это мир красивых людей. Моя страна, моя семья, а стены родных и до небес. Ты больше жизни для меня, спасибо Богу, что ты есть. Моя страна, моя семья, на свете нет дороже мест. Во мне живет любовь твоя, спасибо Богу, что ты есть. Выпал удивительный шанс. Мы рождены на переломе времен, на стыке двух веков. На наших глазах происходят научные прорывы, технические открытия и политические конфликты. Но все же и главное, чем запомнится 21 век потомкам? Это воссоединение Крыма с Россией. Я знаю, что это любимая песня многих ребят. Вместо тепла, цели стекла, вместо огня дым. И все без календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает топла, день догорает сын. Опылающий город падает тень. Кто поднялся, кто-то упал, прорастая пылью в тиши. Видишь, воздух чище стал, дыши, дыши. Сила в правде, сила Руси. Бей в напады, тоже дай нам сил. Мы победим, за нами рубежи. Это битва за жизнь. Мы победим, за нами рубежи. Это битва за жизнь. За жизнь. Там, где поет душа, там, где легко дышать и дарят свет места родные.
все отдам, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия. Ваши аплодисменты, Даниил Осипов. Вот как тебя сами принимают. Приходит срок, и ты солдат, как будто ты другим не был. И дай плечи автомат, а над тобой все тоже небо. И высекают сапоги в бетоне песню строевую, тебя как щепку вдоль реки. Несет на службу боевую, подъем огонь, жару и лёд, уположался и вперед, солдаты! Где-то по дорогам зорниц грозы сипают коней, но над землей тихо льется покой монастырей. А поверх седых облаков сидит соколиная высь. Здесь под покровом небес мы родились. Нас и на гербовых штурмах, но в наших венах кипит небо славян. И Ачинских берегов до ледяной Колымы, все это наша земля, все это мы. Цвет оленя лижет мороз, гонит добычу весь день, но стужу держит в узде дым деревень. Навела сугроба пурга, дождь белокура зимы. В окаеме снегов выросли мы. Нас точит семя орды, нас гнет гербовая судьба, но в наших венах кипит небо славян. И Ачинских берегов до ледяной Колымы, все это наша земля, все это мы. Стена, как броня, что нас спасает от бури, мы те, кем мы должны.
подрастающее поколение наших будущих защитников Отечества и Родины продемонстрировать свою удаль молодецкую и поучаствовать в небольшом, ну, импровизированном соревновании. Две команды. Нам необходимо по 6 парней и по 5 девчонок. Каждую команду. Давайте, встаем. 6 человек, давайте. Ну вот ребята сидят вчетвером, прям поднимаемся. Давайте. Поднимаемся. Вчетвером, Лиз. Так, кто Глеба поддержать? Вторая школа. Две команды. Поднимаемся. По 6 человек. Вторая школа. Поднимаемся, это будет удержать как можно дольше своей силой. Вот сюда, на руки. Сможете удержать? Поднимаемся, поднимаемся, поднимаем. Осторожно, осторожно. Так, нет, 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 не так, не так. Уроните. Давай это, поворачивайте вовнутрь, получится? Лицом вовнутрь. Лицом вовнутрь поворачивайте, не получается у вас так. Вовнутрь лицом. Вот, и девчонки, вот сюда сейчас получится сесть. Руки растяните, и сюда не получится сесть. Теперь... Так, замечательно. Держимся за плечи. Девчонки, вовнутрь. За плечи. За плечи. Вот так. Присаживаемся, ребята. Девчонки, садимся, делаем. Держим. Так. Получилось? Так. Получилось? Не получится у тебя. Вовнутрь залезьте в круг. Вовнутрь, значит. Давайте, я сейчас командовать начну. Так, да, присели? Присели? Девчонки, присидеть готово. Девочки, присели. Вот какая команда дольше продержится, та и победила. Раз, два, три, встаем. Поддерживаем, поддерживаем, поддерживаем. Держим, 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 держим. Молодцы. А теперь пошли по кругу, пошли по кругу. Пошли, пошли по кругу. Ну, такие сильные ребята. Больше достались. Итак, следующее. Это было соревнование на силу. Следующее соревнование на знания, на эрудицию. Да. Так, ребята. Соединились команды, потому что сейчас нужно творческое сознание девчонок поддержать пацанов. Итак, ребята. Следующее соревнование будет на звание песен о России. По очереди исполняем отрывок или строчку из песни, в которой присутствует слово «Россия» или «Родина». Кто больше, тот и побеждает. Начнем с команды «Птички». Птички. Итак, «Птички» о России, все вместе. Отрывочек. Какую? В которой есть слово «Россия» или «Родина». Россия! Россия! Вместе! Поддерживаем! Девчонкам ближе. Ну что, девчонки, знаете? Поехали! Молодцы, зачет! Молодцы, переходим к команде «Злые птички». Итак, ваш ответ. Поддержим, поддержим! Остальные! Молодцы, зачет! Так, ответка! Поехали! Не подсказывайте, Лариса Алексеевна! Еще раз, поехали! Служить России суждено тебе! Служить России суждено тебе! Зачет! Ответка! Итак... Ну, да, поехали. Здравствуй,
люблю, да. Так, ответочка. Я люблю Россию за запах черной смородины. Ну, это рэп, да? Правильно? Это рэп. Ну ладно, зачет. Ну, зачет, есть же такая песня. Так, ребята, поехали. Считаю до пяти, если не ответите, перехожу туда. Ну, Таня. Итак, начинается обратный отсчет. Пять. Родина должно быть присутствовать еще слово. Ну надо хоть строчку спеть. Ну давай, хоть строчку. Давай, давай, давай. Короче, наши выиграли. Так было в России с далеких времен. Это уже была первая. Россия, да? Да, это было уже, вы же ее пели. Это она же. Другую. Таня, это она же. Это уже была песня в самом начале. Мы припев пели. Россия. Я русский. Я русский. Я русский. Ну ладно, зачет. Бог с ним, зачет. Ребят, ответочка есть? Это вы сами только что сочинили. Ну-ка еще, пацаны, какая, как вы знаете? Зачет. Молодцы, идем дальше. Я смотрю, конца и края не будет песни. Я так полагаю, зал. 1-1. Зачет, да? Молодцы, браво. Ну я считаю, что конкурс состоялся. Тут победила дружба. По одному баллу. Давай, давай. Отлично. Ну тут вообще конца играем песни. Мне вот, значит, дорогие руководители, преподаватели, но мы со своих детей спокойно, они знают песни о России, о родине. Подрастающее поколение настоящих патриотов. Ну и заключительный по аплодисментам. И заключительный этап, конечно, про Крым. Нужно изобразить при помощи всей команды самую высокую гору Крыма. А вспомнить вас, она называется... Как? Кто у нас отвечал? Вот там отвечали девчонки. Как называется самая высокая гора Крыма? Рамангош! Рамангош! Ее вы будете показывать при помощи... Собирайтесь, и вот теперь думайте, как у вы изобразите высокую гору. Итак, у кого сейчас гора будет выше, тот и побеждает. Так, выходите сюда поближе, поближе выходите. Выходите, участвовать должны. Итак, поехали, мастерим гору! Сооружаем Рамангош! Поддержим, поддержим! Поддержим, поддержим! Маленькие девчонки наверх! Чуть-чуть дальше от цветовых приборов. Нет, дальше. Ребята, вы сюда чуть-чуть отходите, потому что там световые приборы. Сюда ближе, ко мне, ребят. Так, ну что? Чуть-чуть отойдите сюда, световые. Самая высокая гора. Что сделаем? Сюда ко мне, ближе. Все вместе, можно поднимать друг друга на руки? Давай. Так, посмотрите, что делают соперники. Посмотрите. Участвуют все, девчонки, давайте. Все должны поучаствовать. Все участвуют, все участвуют. Участвуют все! Вот так! Участвуют все! Подходите! Опускаем. Все. Я так полагаю, ребята, давайте, какая гора была выше? Обе. Ну неправда, что там. Вопрос не такой, кто выше. Побеждает? Ваши аплодисменты команде «Сила». Ваши аплодисменты команде «Злые птички».
мало, ребята. Здесь просто больше ребят из той школы. Поэтому дружба России и Крым едины. У нас победила дружба. Аплодисменты! Пожать друг другу руки, команды! Ребята, друг другу!